Иван-чай. Целые поля. О, как торжественно цветы тут вдоль дороги. Можно вот так вот тоже по паханной полосе, по противопожарной смотреть, если рядом можно на машине проехать. Увидите что-нибудь интересное, остановиться нужно. Интересного-то ничего не видно. Вон там дальше разве что. Так, остановимся. Не фокусируется. Кусты зайчишка выпрыгнул. Где же дорога? Что тут вообще никто не ездит? Что и кусать надумали? Собаки такие. Подгнило, как всегда, как специально. Падает на дорогу. О, земляничка поспела. Какая вкуснятина. Думал, сухо. Это только кажется. Нет, тут в сапогах-то проваливаешься. Опа-на. Конечно, УАЗик тут стрянет. Выше надо было, а там яма, испугался. Сколько раз говорил себе, не спеши, посмотри лучше дорогу. Решил новое место сегодня съездить. Добраться не мог. Пришлось задом сдавать. Потому что тут на выезде себе дороже. Надо. Вот едешь по дороге на машине, вдруг камни какие-то интересные попадают, или показалось, наверное, показалось все же. Черт, это думал,
пигматит. Это кварц. Дальше поедем. Красота. Ох, вы бы знали, какой запах. Обалдеть, даже голову кружит. И клевер, чего только нет здесь. Такой медовый, сухой. Трава большая. Нет, наверное, не дойти мне до этого колка. Целое море. Полевых цветов. Да, такой садоньёдок. Какое жало у него.